Все с добрым турецким утречком. У нас такая красотишка. Деревца растут, кактусы, пальмочки, солнышко. Надеюсь, что сегодня будет очень хорошо, очень тепло. А мы с вами идем на завтрак. Оставайтесь с нами. Теплыми лампами уже, чтобы тепленькими были. Супчик. Еще супчик. Вроде даже такой же. Милк. Кстати, это мятку и крутую, поэтому в разных сюжетах. Колбаска с соусом какая-то пережаренная. Кашка была. Типа пшённый. Овощи. Там блинчики жарят с яичками. Это соус здесь. А здесь у нас стол идет колбасками, сырами разными. Ну, до конца пройду с этой стороны. Картошечка. Что это? Цукини. Это у нас морковка. Здесь так видно, что это кукуруза. Тоже картошечка. Здесь вот всякие овощи уже нарезаны. По желанию можно сделать себе салатик. Здесь оливки. Оливки в разных видах исполнения. Мясо. Это же какие-то масла, наверное. Так, здесь опять-таки, ну, на завтрак всегда здесь много булочек. Так, возвращаемся к такому столу. Это, как я понимаю, типа йогуртов. Ну, как-нибудь вот так вот. Уже как готовый салатик. Нет уже? Есть. Фрукты с овощами нарезанные. Яблочки голден, апельсин, мандарин, айва. Эти голден, яблоко красное. И крайний стол получается. Это у нас типа джемов с сырками и маслами. Уже. О, посмотрите, как еще мят есть.
300 соток. Сегодня почему-то он еще почистил, вчера его быстро прям разобрали. Ну, это все почернофило. Сухофрукты. Ну как, это не сухофрукты? Я забыл, как это называется. Ну, кстати, прикольные вещи. Я даже у нас в городе просто покупаю такие, когда по акции захожу. Это, кстати, вроде как инжир похож. Ну, друзья, всем привет! Вот мы и позавтракали. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Мы сегодня поедем в Манавгат. Скорее всего, завтра уже или по приезду в Россию выложим шопинг. Мы его раздробим на несколько частей, потому что будет Вайкики, будет Мигрос. Маленько поснимаем, что хотим купить. Если нам с вами удастся, сегодня мы попадем на рынок. А завтра мы принимаем от вас поздравления у Олега Александровича, день рождения. Так что на канале будет очень и много новой интересной информации. Пишите комментарии. Такой вот утречко у нас теплое, денечек разогревается. Надеюсь, будет хороший.